Мадридский зоопарк объявил о пополнении в семействе больших панд. У самки Хуазуйбы и самца Бенсяня родились чудесные близнецы. Малыши появились на свет с разницей в 4 часа. Детеныши бамбуковых медведей рождаются практически без растительности на крошечном розовом теле и полностью зависят от матери в течение первых 4 месяцев. Центр по разведению и изучению больших панд в китайском Чэнду направил в Мадрид экспертов для родовспоможения. Большая панда является уязвимым видом. В настоящее время в дикой природе Китая живут около 1800 панд. В Поднебесной бамбуковые медведи считаются национальным достоянием.